Здравствуйте! Вы на канале «Страна для жизни», рубрика «Одной строкой» сразу к новостям. Гомельский химзавод отправил часть людей в отпуск из-за войны в Украине. Что касается цехов, которые производили продукцию для украинских полей, там действительно прошла вынужденная оптимизация. Часть сотрудников использовалась социальным отдыхом. Доля украинского рынка в валютных поступлениях завода составляла около 79%. ПВТ собирает информацию об айтишниках, которые уехали из Беларуси с начала войны в Украине. Парк высоких технологий разослал письмо компаниям-резидентам с требованием предоставить информацию о показателях деятельности после 24 февраля. Администрацию ПВТ интересует, сколько сотрудников уехало за границу. Компании должны предоставить сведения сегодня до 15.00. Какие сведения от них требуют, вы можете посмотреть по ссылке у нас в телеграм-канале. Минский ОМОН задержал женщину, которая пыталась не дать коммунальщикам спилить дерево. Сегодня по адресу городской вал 1 в Минске женщина пыталась защитить дерево в своем дворе, которое хотели спилить коммунальщики. На нее вызвали ОМОН, где она сейчас пока неизвестна. С момента начала войны в Украине в Грузию въехало 15 777 белорусов. В тот же период в 2019 году их было 1678, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гамилаури. По его словам, количество приезжающих из России и Украины в пределах тех цифр, что фиксировалось до пандемии. В ЕАЭС повысили лимит беспошлиного ввоза товаров из интернет-магазинов до 1000 евро. Но в Беларуси эти изменения не ввели. Сегодня в так называемой Евразийской экономической комиссии приняли решение о повышении лимита беспошлиного ввоза товаров из интернет-магазинов на территорию Евразийского экономического союза, куда входит Беларусь, до 1000 евро и весом до 31 килограмма. Сообщается, что порог увеличен временно до 1 октября 2022 года с целью избежать дефицит товаров. Однако в Государственном таможенном комитете РБ сообщили, что в Беларуси эти изменения не вводили, и лимит на посылки по-прежнему составляет 22 евро и 10 килограмм на одно отправление. На политзаключенного Тихона Осипова, приговоренного к 11 годам колонии, завели новое дело за злостное неповиновение администрации колонии. Тихона Осипова судили за наезд на военных во время протестов, участие в массовых беспорядках, а также за ложный донос. После ДТП парень въехал на машине в водоем, оставил ее там и заявил об угоне. По новому делу ему грозит до двух лет заключения, но об этом не сообщили ни жене, ни адвокату. Судить Тихона будут 25 марта на выездном заседании в колонии. В Литве ограничили сумму наличных в евро, которую можно вывести в Россию и в Беларусь для личных нужд. Теперь физические лица, которые едут в Беларусь или Россию, для личных нужд могут ввести не более 60 евро на человека. Такая же сумма наличных для личных нужд полагается и работникам компаний, например, водителям. Вывоз наличных в другой валюте не ограничивается. Если таможня обнаружит, что человек везет больше наличных, чем разрешено, то декларация наличных не будет оформлена, а человека вернут в Литву вместе с деньгами. На этом все. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Слава Украине! Живе Беларусь!